В воскресенье в Магадане отпраздновали День флага. Этот праздник был установлен в 1994 году, а в 1991 году триколор утвержден в качестве государственного флага. Бело-синий-красный флаг впервые был поднят на русском военном корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1669 году. Позже Петр I сделал его символом русских торговых судов. В областном центре на Магданской площади провели концерт, в ходе которого первые лица города и региона поздравили горожан. Напомню, что олицетворяют эти три цвета. Белый цвет – это цвет мира, синий цвет – цвет чести, и красный цвет – это цвет побед, цвет мужества. И в целом, когда мы посмотрим на наш триколор, это будет отвечать тем качествам, которыми обладает наша с вами великая страна. Под флагом России мы делаем свои большие дела в стране, на Колыме и в Магадане. Я думаю, что нам есть чем гордиться, и мы сделаем все для того, чтобы из Магадана никто никуда не выезжал, чтобы было делом большой чести. Также в этот день вручили медаль за любовь и верность тем семьям, которые прожили в браке более 25 лет. Кроме того, наградили победителей конкурса «Меценат года» города Магадана. А еще вручили благодарности, грамоты и дипломы в рамках премии «Человек года». Жители областного центра в этот день поздравили творческие коллективы города.